Пирожки из лаваша сможет сделать даже ребенок. Для них не нужно замешивать тесто, остается только завернуть и обжарить до хрустящей корочки. Расскажу и вам, как приготовить быстрые пирожки из лаваша. Для начинки можно использовать то же, что кладут в обычные пирожки. Картошку, рис с яйцами и зеленым луком, мясной фарш, колбасу, сыр. Тонкий армянский лаваш нужно разрезать на несколько частей, затем завернуть в каждую начинку и обжарить на сковороде. Пирожки можно подавать сразу или есть уже остывшими. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Подготовьте начинку. Нарежьте кусочками сосиски, охотничьи колбаски, натрите на крупной терке сыр. 2. Тонкий армянский лаваш разрежьте на несколько частей, выложите в центр начинку. 3. Аккуратно заверните края, затем сверните лаваш, сформировав конвертик, чтобы начинка не выпала во время обжаривания. 4. В миску разбейте яйца и размешайте их вилкой. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Окуните пирожок в лаваш с двух сторон. 6. Сковороду разогрейте с растительным маслом, выложите пирожки и обжаривайте с каждой стороны до румяной корочки. 7. Переложите пирожки в тарелку и сразу подавайте. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Лаваш, 2 штуки. Сыр твердый, 150 грамм. Охотничьи колбаски, 3 штуки. Сосиски, 2 штуки. Отварное куриное мясо, 150 грамм. Яйца, 3 штуки. Подсолнечное масло, по вкусу. Количество порций, 4. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Еще увидимся.